Бориса Джонсона, который, по мнению аналитиков, имеет наибольшие шансы заменить Терезу Мэй на посту премьера Великобритании, вызвали в суд. Его обвиняют в распространении недостоверной информации в ходе агитационной кампании в преддверии референдума по Брекситу. Так, по версии следствия, политик вводил в заблуждение общественность, утверждая, что еженедельно Лондон отчислял в бюджет ЕС 350 миллионов фунтов стерлингов. В управлении статистики эти данные назвали ошибочными. Не думаю, что это как-то повлияет на шансы Бориса стать лидером Тори. Безусловно, он самый квалифицированный из претендентов. Джонсон харизматичен и верит в выход страны из ЕС. Люди вскоре признают, что это свидетельство неумной политизации правовой системы, ведь речь идет об использовании судов в своих целях. Это ошибка. То, что преследованию дали ход, говорит о политизации системы правосудия. Так как в 2016-м Джонсон занимал пост мэра Лондона, его обвиняют в совершении должностного преступления, за которое может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения. Его адвокаты назвали разбирательство политическим трюком. Джонсон должен явиться на предварительное слушание, после чего дело передадут в Королевский суд.